Холодильник бар, кондиционер бар, удобно мы доставили. Алексей Васильев похвалил новый полевой корабль. Современный комбайн используется только второй сезон. Если техника хорошая, то и настроение на работе боевое, говорит механизатор. На сегодняшний день он в бригаде из 10 человек занимается заготовкой кормов в КФХ «Павлово». С 11 лет я начал участвовать в различных работах в колхозе. С тех пор деревню не покидал. Летом в поле заготавливаем сено, сенаж. Освободившись от этих работ, завожу на ферму корм для КРС. Сенокосные угодья этого хозяйства занимают площадь в 350 гектаров. Последние 3 года в этом КФХ корм готовят необычным способом. Зеленую массу сначала сушат в поле, затем через комбайн измельчают и доставляют на склад. Такой способ работы себя во многом оправдал. Измельченное сено используем круглый год. Сено в рулонах иногда подвергается порче, а при заготовке таким образом потерь не было. В хозяйствах Мамадышского района для заготовки кормов культуры выращиваются на площади 18 тысяч гектаров. На сегодняшний день заготовлено более 5 тысяч тонн сенажа. Заготовлено у нас сенажа по району свыше 16 тысяч тонн. Сено заготовлено более 5 тысяч тонн. Закончил первый пост многолетних трав АПК-программа. Это хозяйство приступило к заготовки, уже заканчивает заготовку сенажа из однолетних трав. В районе также возделывается кукуруза, носилась на площади 5000 гектаров. К ее уборке приступят во второй половине лета. Светлана Ханова, Ильнур Юнусов, Фаэль Шайхутдинов, Алина Петухова. Новости Татарстана.